Уважаемые друзья, спешу сообщить, что вслед за новым каналом я открыл свой сайт, который находится в стадии наполнения. Сначала сайт планировался как чисто блоговый, содержащий только мое видео для удобства просмотра. Но потом я подумал, а почему бы не дать возможность всем желающим публиковать туда свое видео, участвовать в рейтингах и, наконец, найти своего зрителя. И совсем не обязательно публиковать только свое видео. Есть раздел обзоров без тематики, где каждый желающий может опубликовать понравившийся ему обзор абсолютно любой вещи. А в раздел 18+, любой сможет загрузить как свое, так и чужое видео, содержащее нецензурную лексику. Вкупе к этому, все видео попадает под систему рейтинга, который выбирают сами зрители. Также будет и рейтинг среди авторов. Мало того, также вводится рейтинг лучших браузерных и клиентских игр, которые вы тоже сможете определить сами путем выставления оценок. И напоследок, каждый сможет не только опубликовать свое видео, прокомментировать его и поучаствовать в рейтинге, но и опубликовать свою статью и даже завести блог. Плюс маленький сюрприз лично от меня. Я буду записывать аудиокниги, прослушать которые вы сможете только на этом сайте. Таким образом, сайт Кинат Видео планируется как центр обзорщиков и лучших обзоров. Добавляйтесь в закладки, зовите друзей и нажимайте на кнопки социальных сетей. Жду вас, ваши видео, ваши комментарии и, наконец, ваши рейтинги.